Я, во-первых, хотел бы поблагодарить те почти 50 тысяч, без преувеличения, 50 тысяч простых, обычных граждан, людей труда, которые самостоятельно, не так, как это практикуют отдельные политические... Сергей, а вы не преувеличиваете эту цифру? Полиция насчитала несколько меньше. Нет. Понятно, полиция Авакова насчитает, конечно же, намного меньше. Так вот, практически 50 тысяч человек, которые приехали в Киев, преодолевая сотни километров, чтобы защитить свои интересы. Чтобы защитить страну от этого тарифоцида. Первое. Мы выдвинули ультиматум правительству. В течение 10 дней, если этот ультиматум не будет выполнен, мы начинаем наш большой профсоюзный тур в каждом городе, на каждом фабрике, в каждом заводе с мобилизацией людей для того, чтобы провести уже миллионный протест, акцию протеста. И мы, в конце концов, останемся возле Кабмина, возле Верховного Совета Украины с новым профсоюзным Майданом и будем добиваться снижения тарифов. И я уверен, нас поддержат представители всех здесь присутствующих политических сил, и я уверен, мы добьемся результата.